Семья знатного лорда был мальчик, который с рождения не разговаривал. Что только не делали. Приглашали лучших врачей. Мальчик молчит. И вот однажды в 16 лет он, пробуя чай, вдруг говорит. «Почему чай холодный?» Все вдруг сразу: «Сынуля, ты заговорил, радость-то какая! Почему ты до сих пор молчал?» «До сих пор все было в порядке».